Всем привет. Ночь в Киеве прошла тихо, по нам не стреляли сегодня. Я наконец-то выспался, только проснулся. Выходной могу себе позволить. Правда, сейчас вот сирена кричит. Не знаю, вам может не слышно. Ну, собственно, как бы не о нас, речь о Кременчуге. Я вот проснулся, и первая мысль у меня была про Кременчуг. Конечно, мы все в шоке. Кто не знает, торговый центр, больше 1000 человек там было. По-моему, даже 2 ракеты туда попало. Больше десятка погибших, куча раненых. Вот. Еще не всех нашли, потому что упали потолочные перекрытия. То есть их еще не всех достали. Они там еще лежат. Вот. Детей поранило, там ручки, ножки поотрывало. Ну, как бы такое. Ничего хорошего. Вот, массовое уничтожение, это называется массовое уничтожение гражданских в гражданском объекте. Вот. Ну, у меня другой еще вот мысль не дает мне покоя. То есть они так делают, наверное, потому что у них рабская психология, так подозреваю. Они думают, что если они там будут запугивать и все остальное прочее, то хохлы быстренько все испугаются, побегут сдаваться. На что они, собственно, и рассчитывали в самом начале. Но я думаю, что на 5-й месяц войны уже можно было понять, что никто сдаваться не побежит. Вот, это первое. Второе, мне вот еще непонятно. Неужели, кроме рабской психологии, у них еще напрочь отсутствует способность выстраивать причинно-следственные связи и какие-то логические цепочки? Неужели непонятно, что после того, как они вот этот поступок совершили, украинский народ еще более обозлится? И уже обозлился. В Украину приедет еще больше добровольцев из других стран. И в Украину начнет поступать еще больше, еще быстрее, более тяжелое, более современное высокоточное оружие, в более крупных объемах, и с нами воевать с каждым днем будет все сложнее и сложнее. Но кто может мне объяснить логику? Она вообще там есть, она присутствует. Может, мне кто-то объяснит, что у них в головах происходит, раз они совершают такие поступки, даже не задумываясь о том, какие будут последствия. Или они реально такие охреневшие, что просто в корень, и думают, что им за это ничего не будет. Вот. Ваше мнение. Спасибо.